У нас в проекте участвуют дети ромов. Дети адаптировались очень хорошо, и процесс внедрения образования тоже успешно продвигается. Детки активные, хорошо ладят с другими детьми. Также они любят заниматься математикой, азбукой. Им это очень нравится. Очень хорошо развита мелкая моторика. И у нас сейчас на данный момент в подготовительной группе есть 4 ребенка. И мы с ними занимаемся индивидуально, чтобы подтянуть, так как они, подтянуть их знания, так как они не ходили ранее в детский сад. И они очень хорошо занимаются, им это удается. И мы очень довольны, они очень послушные. Также родители ответственно относятся.